пахнет юная сирень сильней, чем старый порох. Ты далеко, тебя здесь нет, но для тебя я снова собрал трепещущий букет прохладный и лиловый. Собрал трепещущий. Мы все едины, и мы сегодня здесь отдаем дань памяти тем, кто воевал, тем, кто не был на полях сражений, но точно так же ковал победу в тылу. И я хотела бы сказать, что город Череповец совершенно заслуженно в прошлом году удостоился вот этого звания «Город трудовой доблести и славы». Буквально через несколько дней у нас будет великий праздник, ведь в каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки были участниками той, ну не побоюсь этого слова, страшной войны. Мы, дети войны, стараемся сохранить эту память о прошлом, посещая школы. Вот уже в этом году мы побывали в 38 школах, провели более 80 уроков мужества на разные темы. Мы стараемся донести до ребят правду о войне, чтобы они знали, какой ценой досталась нам победа.